Доброго времени суток, друзья! Приготовил для вас интереснейшую историю своего выживания. Друзья, до 70 тысяч подписчиков нам осталось совсем немного. Может быть, попробуем с этого ролика добить до этой цифры? Да, звучит нереально, но я верю в наши совместные усилия. Ну а в этом ролике я решил стать серным магнатом и застроил целый карьер под свои владения. И знаете, получилось довольно-таки неплохо. Не буду сильно затягивать вступление, хочу лишь пожелать вам приятного просмотра. Ну... И это, про лайки давайте не будем забывать. Ай-яй-яй-яй-яй. Как всегда. Морем, камень. И я залетаю на начало вайпа. Немножечко грустно, потому что это последний вайп на старой нашей отдаче. Не знаю, хорошо ли это пока или плохо, но поживем увидим. Я, кстати, заспавнился прямо в зиме. И этот вайп я хочу прожить тоже в зиме. Поэтому прямо тут наколупаем немножечко дерева и камни и откинем себе первоначальную кибиточку. Пожалуйста, скажите то, что вот это озеро не застроено, тут еще серный карьер рядом. Пожалуйста, скажите об этом мне. Блин, если это сейчас займу вот это место, это просто идеально. Так. Все, это мое по-любому. Вроде как заняли. Ой-ой, а там уже еще хотят застраивать. Это мое. О. Даже не вздумай, блин. Боже мой, я давно таких идеальных мест для вайпа не находил. Тут просто идеально ровное озеро, и у меня через дорогу просто серный карьер. Это жесть какая-то. Все, карьер по-любому мой. Теперь колупаем камешек на домик, и все, и обустраиваемся здесь. Я, кстати, честно, у меня 3500 часов в этой игре, но я никогда не застраивал карьеры. Никакие. Поэтому это для меня в новинку, честно. Вот просто мой дом. А вот это карьер. А вот это похоже то, что клонированные камешки. Очень на это похоже. Да, у нас сейчас будет металлический дом. Ну а спонсором нашего металлического дома является наш сосед. Спасибо. Друзья, не отниму у вас много времени, хотел лишь вам Друзья, не хочу отнимать у вас много времени, но очень хочу вам рассказать о очень интересном проекте Матрешка. Это бесплатная ролевая игра с открытым миром на Android, в которой ты можешь поиграть даже на самом слабом телефоне вместе со своими друзьями. Здесь ты сможешь стать криминальным авторитетом на районе, сотрудником полиции или даже президентом всей России. А может, ты хочешь открыть свой бизнес и стать богатейшим человеком в области? Скин Моргенштерна уже ждет тебя, только тебе выбирать, кем ты будешь в этой игре. Гоняй на крутых тачках, тюнингуй свое авто и становись самым крутым на районе. Кстати, а какое хобби будет у твоего персонажа? Рыбалка или экстремальная охота на диких зверей? У Матрешки даже есть голосовой чат, который поможет тебе полностью погрузиться в игру с головой. Для того, чтобы начать играть, тебе необходимо открыть Play Market или App Gallery на Huawei, ввести в поиске Матрешка РП и скачать наш лаунчер. Вводи мой промокод из описания и получай мерин уже на старте. Кстати, 4 июня у Матрешки открывается 7-й сервер, и всех они ждут в гости. Приятной вам игры! Офигеть. Ну вот наш домик и готов. Ну что, домик какой-никакой у нас уже есть? Ну как какой-никакой? Офигенный дом у нас стоит. И можно сходить немного пофармить. Тут у меня конкуренты уже на озере поселились. Ё-моё, а у меня еще рядом с домом большая нефтевышка. Чего просто? На место. Хорошо. Хорошо.
слышь, братан? Не, не слышу. О. Я вот думаю, надо бы компонентов, наверное, форматнуть немножечко. Но у нас их, к сожалению, нету. От слова совсем. Слышу кого-то. Куда ты там чиркаешь? О, спасибо. Это заберу. А то мало ли поранишься. Что, компоненты есть какие-то? Ну, сейчас посмотрим. Капец, у меня еще под домом военные туннели. Я не знаю, это просто какой-то бинго. Ой-ой-ой, чтоб мне так всегда везло. Спущусь я, наверное, на одну станцию в метро. На больше мне и стрел не хватит. А вот на одну в самый раз. Ну это просто джекпот. Это просто джекпот. Наверное, после того, как спустимся в метрополитен, можно будет отправиться в лабу. Да. Тут залутано уже. Быстро тут кто-то ее приходовал. Может быть, тогда на подстанции что-нибудь будет? Да, а вот подстанция не залутанная. Стрелы экономим. Только по головам исключительно. Тихо, 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 друзья, ну больно же очень. Стремянка! И кровать, да ну просто, что? И акваланг, который мне нужен. Это какой-то джекпот я пока ловлю. Все, наверное, хватит. Это надо по-любому забирать домой. Вот это сразу убираем. А вот это ставим. В общем-то, у нас только что произошел разлог ревиков, и я вот думаю сгонять в метро. Пока особо многие этого не поняли, нужно в спешке залутать пару станций. Поехали! Недалеко ехать пришлось. После удачного лутания метро я решил на этом не останавливаться и отправился в путь в лаборатории. Так, нам вот сюда, по идее. Ага. Так, ну, вроде бы все. Ё-моё, какая лаба, тут карго выплыл. Так, сейчас акваланг домой засейвим, и я, наверное, даже для этого дела возьму коптер из наемников. Это, по-моему, первая карга за этот вайп. Его надо забирать по-любому. На месте. И не только я на месте. И не только я на месте. Если я заберу это карго, я поверю в чудо. Ну, допустим, один есть. Он на большой лодке уплыл. Ладно, но крейты могут быть моими. Тут по-любому кто-то еще есть.
Если будет возможность залутать два крыта и свалить, я свалю. Ну карга же не резиновые, мужики. Еще приплыл. И еще приплыли. Лутать, наверное, пока не буду. До свидания. А вот за лут спасибо. Коптер жалко, но я думаю, мы не зря на это разменяли. Вообще не зря. Все, теперь это все наше. Ну что, вот теперь можно, как я и хотел, залутать лабу. Потому что мы хоть вещи довольно-таки полезные принесли, но скрапа там не было от слова совсем. А скрапа мне нужно очень много, потому что я планирую поставить турели вокруг карьера. Я... Ага. Но ты уже не убежишь, ты уже мой, все. А ладно, убежал. Ой-ой, сколько лодок тут. Я, конечно, ожидал то, что лабы уже часто лутают, но не настолько же. Время заныривать. Надеюсь, акула меня не цапнет. Ну, вроде ящики есть. Ну да, ящики все на месте. Тогда что, спокойно лутаемся, да? Это бот или человек? Фух, бот. А то я уже, честно говоря, испугался. Тихо. По одному. Все? Все показали на то, что способны? О, Тесла. Не знаю зачем, но мы ее нашли. Ой, компьютерная станция. Тут прям все, что мне надо сегодня. Так, вот тут зеленая карта. Ага, есть. Ладно, у меня уже факел кончается, надо отсюда валить и переработаться в рыбачке. Слушайте, ну очень неплохой заход. Сейчас еще переработаемся, вообще бомба будет. Камеры ноута я, наверное, трогать не буду, потому что нам еще турели расставлять. Ой, ну наконец-то сейф-зона. Итого 500 скрапа есть. А это значит то, что теперь мы ставим второй верстак. Очень-очень прям хороший заход получился. Теперь делаем вот так. И, наконец-таки, вот так. Через 15 минут уже будут питоны доступны в разлоке. У меня как раз в наемниках есть. Если что, пойду, наверное, туннели залутаю. А пока в это время немножечко пофармлю. Ну что, идем лутать тогда туннели. Правда, я не смог найти фонарик. Но попробуем там найти. Бота верхнего ставим, пожалуй.
Ну тут же вообще ничего не видно. Блин, без фонарика очень плохо. Ладно. Вернемся еще раз. Процесс нелегкий, особенно без фонарика и с питоном. Но зато немного хила взял. Нет, это целый челлендж без фонарика лутать туннели. Это очень тяжело. Ой, да ладно, фонарик. Да ты что? Вот это находка! Теперь уже другое дело. Ну, вроде бы все, да? Я сейчас первым делом это изучу фонарик, потому что... Я теперь понимаю, насколько это необходимая вещь. Так. Но пока как-то не оно. Еще МЛРС-ка, вот это уже получше. Сопля. Вот это прям действительно неплохо. Ну и иксовочка заодно. Слушайте, ну это было очень тяжело, я честно признаюсь, это было невероятно тяжело. Но я очень сильно хочу найти тут забор и ворота. Ё-моё, опять карга выплыл. Ну что, еще бы одну карга забрать было бы очень кстати. Ага. Допустим. Допустим. Короче, я валю отсюда и приплыву потом на коптере. Вернее, прилечу. Тут есть турель, гаражка и ворота. Это просто мне необходимо. Я не имею права это потерять. Ага. О, еще НПЗ. Да ты что? Там, кстати, на хвосте парнишка сидит. Это надо понимать. Сидит, сидит. Допустим. Ха! Сидит он тут. Ё-моё, я просто как читер отыграл, просто панику спалил парнишку. Да ладно! Опять лодка. Лутаю и валю. Ничего такого, только зря ждал. До свидания. Но лут мега приятный. А, вот еще. Забор. О, погоня. Такое я люблю. Но ты, друг, меня не догонишь на этой лодке. Я тебя прям гарантирую. Топлива у меня достаточно.
А, тут тем более рыбачка рядом. И тут переработаюсь. Хотя тут особо нечего. А, ну на оружие черепки. Хорошо. Ага. Пешку заберем. Очкошник. А я что дурак, что ли? О, здорово, Слипер. Здорово. Поехали перерабатываться. А ну-ка, что тут с черепков нас выпадет? Да, лучше б ничего, наверное, не выпадало. Это позор какой-то. Ну ладно. Ну что тогда, берем топор и за дела. Сейчас нужно нарубить очень много дерева, чтобы огородить свою территорию, а также наш карьер. О! Сразу с первого дерева магический саженец? Да ну. О, еще одно семечко. Ну что, теперь можно заняться ограждением? Я думаю, дерева нам достаточно. На место. И еще 500 скрап у нас остается. Недурно. Все, можно идти ограждать. Угу. Так, немножечко не хватило. Пока закинем топливо, пусть начинает рыть. Так, а где он включается? Ага. Но теперь это точно должно хватить. На место. Ё-моё, мой личный карьер. А так, ну пока я ограждал, 200 серы накопал. А как много потратил топлива. Слушайте, ну выгодно это или нет, нужно будет смотреть потом. Сейчас точно рано. А пока пусть копает. Пассивная сера мне точно не помешает. Так, ну карьер мы вроде как огородили, а вот наш дом еще нет. Поэтому этим надо заняться сейчас. Слушайте, ну пока я тут побегал, положил 600 серы уже. Много не мало, но я ничего при этом не делаю. И мне это больше всего нравится. Так, ну все, территория вроде как огороженная. Теперь можно посадить все, что я хотел. 4 семечка и 7 кристаллов. На базу. И теперь просто ждем. Кстати, я же хотел посмотреть, как у нас дела происходят на карьере. Там, по идее, закончилось топливо. Я сейчас немножечко докину. Ну да, он уже перестал копать. 1200 серы накопал. Но там и топлива маловато было. 150 закинем, пусть копает. Ой, у нас уже камни наши поспели. А деревьям еще далеко. Нормально. На место. Вот оно. Счастье-то привалило. Бур. Карты красные. Ну, честно сказать, я ожидал большего. Но это тоже неплохо. Я вот думаю, может быть, опять сходить попробовать залутать туннели? А почему бы и нет? Куда бежать собрался? Мне топливо надо. О! Ну, посмотрим. МВК масочка.
Базука и МЛРСка. И ворота каменные. Ну чё ж вы раньше не попались? И еще одна МЛРСочка. Чуть-чуть бы раньше. Вот ты мне мешал еще. Так что давай как-то распрощаемся, да? У нас уже дома, по идее, очень много МЛРСок. Завтра, может быть, кого-нибудь и взорвем ими. У нас уже 5 МЛРСок. А, еще копает? Но он довольно медленно расходует. 2700. Неплохо. Пока залутали военные туннели. 2700, почему нет? Правда, он копает не супер быстро, но на пассиве это неплохо, реально. Ё-моё, карга плывет. А это значит, что и мы выплываем. О, там уже 3 крейта. Хорошо. На абордаж. И где кто? Урод. Как скажешь, братик. Так, минус один, и тут есть еще один. Мог минусануть. Не, я уже не могу, блин, надо идти спать, реально. Ну что, у нас наступил второй день вайпа. С чем я себя и поздравляю, потому что наш дом до сих пор целый. Ну а начать я этот день хочу, конечно же, с фарма. Кстати, и заправлю я заодно наш карьер. Потому что пока я копаю серу, карьер будет копать тоже серу. Соответственно, мы быстрее нафармим на рейдике. Ого, у меня сосед отбахал домик. А, у меня еще один сосед появился. Это что он такое тут построил? Ладно. Это сюда. И вот так вот. Ну а теперь фармить. Фармить, фармить, фармить. Ой, тут пирамида моего соседа сгнила. А как он так? Блин, а может быть ей помочь? Тут по факту-то раз, может быть две, максимум три двери. У меня как раз там есть сачель, я сейчас изучусь и приду бахну. Нормально. Но камень у нее не гниет. Ой-ой. Повеселимся. Вовремя я. А это меня или не меня? И что-то не все? Это на все, что ты способен? Он за этой скалой. Рано. Как ты меня убил? Ну как? А вот так вот. Конечно, ты обезьяна, но как ты мог меня убить? Что? Я, кстати, сам не понял, как я его убил. Я, по-моему, мало раз попал. 6 сишек просто на базу. 13 сачелей оставлю. Как раз нам на рейд. Ну, вот это неплохое начало второго дня вайпа, я вам скажу. Очень неплохое. Блин, так как сейчас скоро выходит обнова по новой даче, я иногда захожу на стейдж-ответку и пытаюсь стрелять как-то. И теперь с обычного калаша я не могу стрелять. Вы прямо сейчас видели, какой у меня зажим кривой был. Но все же я его убил. Но что-то маловато взрывчатки он на мой дом взял. Тут надо явно больше. Да еще побоялся рейдить, когда увидел, что я в онлайне. Ну что там, по идее уже должен быть рассвет намечаться.
Наверное, пойдем потихоньку. А, погодите, у него сверху там ящики какие-то. А я их не видел. А, сейчас бы прорейдил. У него, наверное, даже шкафа нету. Нет, шкаф есть. Ладно, не зря залез. Тогда что, может быть, добахаем то, что тот челик пытался бахнуть? Слушайте, вот это интересно. Что он там сидит? Ага. Поехали. Давай, дружок. Оу. Все, валю. А не пора ли нам сделать вот так? Ну, другое дело. Ну что, идем теперь тот домик добахивать. Ну пусть сюда. Дом пустой, ё-моё. А, я понял. Это кибитка вот этого парнишки. Да. Блин, ну с таким онлайном его не прорейдить. Блин, я вот думаю, может быть, сгонять на нефтяночку. Ну а чего бы нет? Карта у нас есть. А что, я ботов не вижу? Спасибо. Я думал, тут боты. Я вернусь. Так, а куда ты полетишь, друг? Ой, спасибо, друг! Спасибо! У-ху-ху. Друг, а ты только с Рига? Ой, наконец-то у нас теперь сишки изучены. Что, можешь теперь соседа выселить своего? Я же думаю, 7 сишек хватит. Если что, у меня там еще есть чуть-чуть. Фига себе. Блин, у меня нет времени разрывы экономить. Ну пусть туда. Так. Это лутаем и валим.
Сейчас вернемся. Там много. Фух, ну мейн какой-то у нас уже. Сачель случайно кинул, блин. Так. Ой, ткань. Хорошо. 4000 пороха. Это не окуп, конечно, но... Тут 10 эмалресок было. У нас хватает на фулл залп. А ганов сколько? Нет, это хороший рейд. Но я чуть-чуть побольше ожидал, когда увидел компоненты. Кстати, вовремя он в офлайн ушел, потому что он еще минут 10 назад вовсю бегал по карте. Опа. А это куда? А это не меня ли высматривают? Да, меня рейдить будут по-любому. Ну что, будем готовиться. Ах ты чупакабра! Ты что, под ноль захотел? А я думал, ты нормальный. Летят. А, это не меня рейдить? Так, меня или не меня? Ладно, ждем дальше. Что, думаю, может быть сходить к тому парнишке в гости, у которого я взрывал печку? Если он сейчас не апнулся, то, скорее всего, его домик отлетит. А, у него дом гниет, да ладно. Задеспавнил, что ли? Ладно. Тогда сейчас возьмем коптер и, наверное, претендентов на рейд поищем. Там что-то ракетами рвут. Так. Хорошо, я понял. Допустим. А-а-а. Не понял, а вот теперь понял. Блин, а может на своего соседа МЛРС вызвать? Я как раз там отложил не зря. А то знаете, он как-то мне в один момент стрелял по мне. Мне не особо это понравилось. Братан, что тебе надо? Хорошо. Допустим, точка на тебе стоит. Ну что, поехали. Главное сейчас зачистить как надо и не промахнуться. Ну жди, родной. Жди. Допустим. Блин, там из-за скалы они могут нормально не полететь. Ну поехали, с богом. Но они могут нормально не полететь. Хорошо. Киляемся. Ой, хорошо! Застройка. Ничего ты не делает. Фух. Ну, по серии, конечно, не окуп.
Как... Ну да, нет, не ок. Бля, чел, какой ты душный, не держайся. Я тебя мог зарейдить в офлайне 10 раз, бля. Не надо было стрелять из своего дома. Не забирай, я только топливо возьму. Да, блядь, а строить там мне опять все заново. Дядь, ну я так хотел ему РС на твой дом пустить, ну очень сочно было. Чисто урок будет, что ладно, не надо по соседям с крыши стрелять. Так ты сам на крыше стоял, я поэтому по тебе... Так меня рейдить летел коптер, а ты его спугнул, я хотел, чтобы он сел ко мне. Слушайте, да бодро получилось, бодро. Но вот как-то так и закончилась моя очередная история выживания. Да, как вы и так могли понять, весь лут с этого дома я решил отдать хозяеву. Я все равно планировал заканчивать вайп, а этот парнишка хотел играть. Поэтому я не мог никак ему препятствовать. Мне не сложно, а ему было приятно. Ну а вам я хочу сказать, как всегда, огромное спасибо, что смотрите мои ролики до конца. До скорого. Увидимся в новом ролике.